С самого начала матча бобры завладели игровым и территориальным преимуществом. За 7 минут бобручане забросили 2 шайбы в меньшинстве и оперативно ушли в отрыв. До конца первого периода, как ни старалась молодежка, страж ворот бобручан ушел сухим на первый перерыв. Период под порядковым номером 2 не внес заметных коррективов в игру. Хозяева сподобились только на одну шайбу, которая так и осталась единственной для молодежки в этот день. Но в третьей 20 минутке Фадеев и Благой установили окончательный счет. 4-1. Победа, которая поднимет настроение Владимиру Синицыну и всему городу. Завоеванные 3 очка позволили бобручанам закрепиться в верхней части турнирной таблицы.